Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как надо реагировать на то, что молодой человек может бросить трубку при разговоре. Если ему что-то не понравится, то после работы я иду не домой, а на занятия йоги. Потом может просто сбрасывать телефонные звонки. Спрашивать Мария. Смотрите, Мария, я думаю, в первую очередь здесь нужно обратить внимание вам на следующие моменты. Во-первых, вы уже как-то реагируете. То есть, вот, постарайтесь, пожалуйста, вот этот аспект, да, зафиксировать, что вы уже как-то на это реагируете. Уже. У вас уже есть какое-то чувство. И постарайтесь обратить, пожалуйста, внимание на то, что вы игнорируете это чувство, скорее всего. Ну, потому что вы спрашиваете, как реагировать, значит, вы игнорируете свою реакцию, которая уже есть. Да? Ваша реакция уже есть. Она уже есть. Она уже существует. Но вы ее игнорируете. И вот это первый ключевой момент. Второй момент. Второй момент заключается в том, как мне видится, да, как мне кажется. Второй момент заключается в том, что вот как, ну, как сказал мой коллега, в данном случае Кудряшов Игорь Леонидович, вот, что вы реагируете на это, вероятнее всего, чувством вины. Вот. А чувство вины, вы на это реагируете не просто так, а именно в силу того, что подавляете свою реакцию. Что вам нужно куда-то идти, что вам нужно что-то, то есть вам нужно что-то. Вот. Вам что-то нужно, вы это подавляете, и в итоге появляется чувство вины. То есть, когда вы пресекаете какую-то свою реакцию, вот, когда вы не позволяете какой-то своей реакции, ну, проявляться, да, скажем так, когда вы не позволяете какой-то своей реакции быть, когда вы ее вот, ну, не размещаете, естественно, она заменяется, как бы, реакцией на действия и слова молодого человека. Вот. То есть чувство вины – это следствие нарушения ваших личных границ, вот, в первую очередь. А почему это становится возможным? Да? Ну, может быть, потому что вы так привыкли. Может быть. Может быть, из-за страха. То есть вы как-то вот, ну, в данном конкретном случае, ну, боитесь. Вот. То есть у вас есть страх, вот. Например, страх потерять мужчину, страх потерять своего молодого человека, например. Вот, страх, допустим, остаться одной и так далее. То есть тут вот могут быть в этом смысле самые разные варианты. Вот. Это нужно понимать, это нужно учитывать обязательно, если мы говорим как-то вот о том, что вам делать. Как-то о том, как вам реагировать на это. Вот, потому что, ну, вряд ли, опять же, вы сможете на это реагировать как-то по-другому на данный момент. То есть ваша задача не научиться как-то реагировать, а ваша задача увидеть свою реакцию, да, увидеть то, как вы уже реагируете, скажем так. Вот. И
научиться выражать ее свою реакцию в смысле. Вот. И тогда, когда вы вот как раз-таки будете выражать свою реакцию, на мой взгляд, ситуация будет потихонечку выправляться. Вот. То есть в каком смысле выправляться, да? В каком смысле? Выправляться будет именно вот в смысле того, что и молодой человек будет получать от вас уже какую-то реакцию, молодой человек будет от вас что-то получать, ну вот что-то, я имею в виду, будет видеть, как вы реагируете там на вот то или иное, да? И вы будете получать от него, соответственно, ту же самую реакцию, вы будете получать от него именно ту обратную связь, которая будет показывать вам его отношение к вам. Вот. А из-за того, что ничего такого не происходит, из-за того, что вы себе этого не позволяете, да, из-за этого я бы сказал, что есть некая тенденция к тому, что искажается реальность. Вот, искажается восприятие вами и себя, и молодого человека. Вот. То есть какая здесь главная ключевая мысль? Главная ключевая мысль заключается в том, что вы подавляете свою реакцию, подавляете то, как вы реагируете на его действия. Вы подавляете свою собственную позицию, то есть, например, что вы идете не на учебу, а на занятия йогой, потому что вам это нужно, то есть вы не видите, отвлекаетесь от важности, значит, того, что делаете вы. И спрашиваете, как надо реагировать. Надо. Ну, тут важно не то, как надо, а как вы реагируете. Вот. Как вы уже реагируете. И необходимо провести грань между молодым человеком и вами. В том смысле, что есть вы, а есть он. И что если, например, он бросает трубку там из ревности, страха, злости и так далее, вот, то это его проблема, а не ваша, например. На этом всем буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.